Аллигатор. Ты что тут выжидаешь? Что выжидаешь? Только подошел. Работал сегодня? Блин, заебался. Да ты что? Вообще в ноль, нахуй. Пахал, да? Даже, блин, слова я не могу выговорить. Ну, вот так. Умудохался, короче. Ну, до тех пор, до самого последнего. Ну, подколымил, ничего. Хуя себе. 15 тысяч. Сегодня? Вообще зачет. Так бы каждый день это, по пятнашечке было это нормально. Пятнашку я сегодня за все дни, это сегодня только сделал. Круто, круто, Олег. Здорово. Завтра все опять работа. И Аня отправляется в банк. Денежки. Собираешь. Во. Под процент. Вот так и надо. И понеслось. Удвоить хочешь ты денежки, да? Я хочу себе дом взять, и чтобы ни от кого не сочетать, и ни от кого не зависеть. Ну, это правильное решение. Дом — это хорошо всегда. Свой угол есть. А вот сейчас, я не знаю, вот сегодня, именно в данный момент, походу, я сейчас ее возьму еще одну. Ты про что? А? Про что возьмешь? Кого? Нульпяточку? Нет, возьму сразу двушечку. Двушечку. Чтоб потом... Не бегать лишний раз. Не бегать никуда. С устаточку после работы. Ну, это можно всегда после работы приветствоваться. Дома сел, надо, когда не надо. Бокальчик налил, угу, и все. Только сука, телек, правда, бля. Я его сегодня на свалку выкинул. Выкинул, все поломано. Сказали, подгонят тебе новый ящик, Олег, не переживай. Скоро пойдем получать. У матери, блин, чуть не слезы, блин. Ира, а куда деваться? Живи с Ирой, вроде бы как-никак было. Ира, у меня нихуй не манды были. И тем более, он назывался фирма GVC. Японская? Да. Жалко. 10 лет. Отработал? Ничего страшного, Олег. Главное, звук идет, изображений нет. Все. Это все. Фаза. А остальное все идет. Фаза перегорела, походу, все. Да, а его ремонтировать, это как новый. Купи. Сейчас такие не продают, тем более. Сейчас все на стеночку вешают. Это да. Ну, сейчас мы тебе подсуетим ящик, Олег. Вроде как. Сука, жалко, блин. У тебя сколько на счету минус? Я его сам, блин, в кредит его брал, этот телевизор. Сколько на счету минус у тебя телефон? Минус? Минус какой? Минус 300. Почему ты всегда мне делаешь дозвоны? У меня на телефон минус 300, а если положить, чтобы целиком не это, сейчас месяц. Сейчас я тебе подкину на баланс. Если месяц, чтобы разговаривать полностью, угу, ну, чисто позвонить, нет, никуда не лазить, нет. С Чукотки, Олег, тебе сказали баланс пополнить. Мне хватает 900 рублей. Вот у меня тариф. Сейчас я тебе пятихаточку подкину на счет, чтобы ты сам смог звонить. А то так не годится, куда так. Постоянно на дозвонах. Понял, да? Да.
Да сейчас через Галю. Она перекинет. Или через свой счет. Я тебе сейчас все сам положу. Или сам. Минус 300? Вот сейчас я тебе даже покажу. Да не надо показывать, так скажи. Нет. Сколько. Ну, минус 300, 500 будет, значит, плюс хочу, 200 будет. Я не хочу быть пиздобол. 200 будет у тебя лежать на счету. Смотри. Должно хватить. Сейчас. Разблокирую его. А где же очки твои, скажи мне? Чуть не вижу. Давай по чесноку только, куда дел? Очки? Рассказывай, да. Сам себе, блин, стекло выдвинул. Выдавил и сломал? Нет, я его не сломал. А праву сломал? Просто его выдавил. Его просто надо приклеить как-то и все. На суперклей? Да. Да хули их клеить уже? Да там нет, скоро они новые еще придут. Сань, они еще походят. Ну, на работу какое-то будешь время ходить в них. Сейчас. Звездочка. Так, стой. Звездочка. 100. 2. Решетка. Вызов. Вижу. 300. Ну, пойдем к Галине. По кофе врежем. Да закину я тебе. Нет. На баланс. Кофе я не хочу еще. Да я про себя. Я понимаю. Мне. Килограмм возьмешь? Не. Откуда же я тебе возьму? Я тебе пятихатку сейчас кину на счет. Выбирай, или килограмм, или на счет. А? Давай это. Да не давай это. Давай, наверное, на счет. На счет. Ну, а это ты уже найдешь сам, если надо будет. А? Я понял. Заходим. Главное, чтобы деньги на счету в банке. Пускай там и лежат. Смотри, не трать, Олег. Потихонечку набирай. И все. Я тебя потом... Хотел сейчас объяснить, но не без этого. Пойдем, заходи. Потом объяснишь, Олег. И это. Есть у тебя ушные палки? Да с собой не таскаю. Дома? Дома. Ну, сейчас дашь? Нет, там мне уже поздно. Мне хотя бы штуки 2-3. Поздновато уже. Буду я там сейчас палки тебе искать. Зачем они тебе нужны? В ушах поковыряться. Одна сторона вообще не слышит. Да ты что, застудил? Говорю, носи шапку. Нет, дело не в этом стороне. Я тебе потом объясню. Ну ладно. Ты мне не хочешь слушать? Не надо. Я тебя выслушаю. Выслушаю, Олег. Я всегда тебя слушаю. Здрасте. Кофе ты не будешь, да? Возьми 0,5. Ну, 0,5 место. Давай возьму, лады. Ну, никак не двушку, Оля. Галь, пусть 0,5 и кофе. Сегодня я злой. Злой? Кто разозлил? Работодателя? А кто, Олег? Скажи по секрету. Что случилось? Кто тебе настроение испортил? Выйдем, скажи. Ну, лады. Давай по секрету.
Чего там у тебя? Руки подшибал. Садил кому? А? Есть. Есть немного? Смотри, а то заметут. Заяву кто-нибудь напишет, Олег. Ты пойдешь на отработки. Не бей никого сильно, Олег. Не дождусь. Забирай. Сейчас расплатимся, пойдем на улицу. Здравствуйте.